того, чтобы сделать вот такую вот симпатичную двухстороннюю снежинку, нам необходимо плотная, как вы знаете уже из моих видео, бумага формата А4. Для одной снежинки нам нужно две такие бумаги. Клей, ручка, ножницы, а также при желании, это не обязательно, вот мой уже, наверное, по-моему, знаменитый такой блестящий клей, который я намазала в центр, сюда и сюда. Вы можете каким-то бисером украсить, но это уже абсолютно на ваше усмотрение я оставляю. А теперь что нам необходимо сделать? Берем сразу два листа, чтобы долго и нудно эту одну и ту же работу не делать, и нам нужно получить идеальный квадрат. Для этого мы сгибаем вот так вот, разглаживаем. Далее отрезаем этот ненужный кусочек, который, в принципе, не нужный, вы можете из него еще разные другие игрушки сделать. Уже получившийся треугольник нам надо сложить еще один раз. И далее немножко такой, ну не то что сложный момент, но надо просто быть поаккуратнее. Поэтому для того, чтобы долго не мучиться, из первой звездочки, которую я сделала на глаз, и она у меня хорошо получилась, я оставила вот такую вот штучку вырезанную, и по ее форме я уже буду вырезать необходимые фигуры. Значит, что нам надо сделать вообще, если вот этого у нас изначально нету? Значит, нам надо, ну, примерно вот, если взять эту высоту, вот где-то до этого места. Сейчас я приложу и посмотрю, я правильно вам? Да, идеально правильно сказала. Вот так вот отойти чуть-чуть. И далее необходимо прорисовать вот такую вот дугу до конца сюда, такую же дугу до конца вот сюда. И вырезать это. Для того, чтобы уже не мучиться, я уже одну звездочку сделала, у меня осталось вот эта вот деталька, я ее просто сюда прикладываю, обвожу ручкой. Я, честно говоря, не знаю, я в чертежном деле не особо сильна. Может быть, есть какой-то инструмент чертежный, который позволяет проделать это дело без таких моментов. Ну, не знаю. Так, и далее нам необходимо один раз стоит попотеть, получив необходимую симметричную вот и здесь, чтобы одинаково было. И дальше уже вы сможете, как я, прикладывать эту формочку и спокойно ее обводить. Вот. Это нам уже не нужно. Далее. Я опять-таки делаю на глаз. Можете вы тоже карандашом прочертить или ручкой, чтобы быть более четким. Но отступаю где-то вот столько. Да, это где-то 2 сантиметра. И вырезаю вот такую вот дугу. Делаем дугу, делаем, делаем. И доходим чуть выше этого уголка. Уголочка. То же самое проделываем здесь. Вот так. Далее последний штрих. Еще одну дугу, более маленькую. И вот там, где у вас отрезано вот здесь, это должно быть почти параллельно. Чуть-чуть дальше. И такая же у нас идет с этой стороны. Потом мы раскрываем. Получился такой цветочек симпатичный. Надо его разгладить, чтобы удобнее было работать. И теперь мы будем работать с клеем. Значит,
у нас получилось 1, 2, 3. Берем среднюю секцию, загибаем этот уголок наружу, чуть-чуть совсем, вот так. Смазываем место загиба. И вот здесь у нас в образовавшийся центр вот так вот уголочком прикладываем. Прижимаем. Получилась такая симпатичная заготовочка. То же самое мы должны сделать вот с этим. Обе заготовки у нас уже готовы. И теперь необходимо смазать клеем заднюю часть одной из них. Вот так. И теперь вот так вот, не вот так прикладываем, а вот так, чтобы у нас получилась такая звездочка, снежинка, уж не знаю, как вы это назовете. Вот такая вот объемная конструкция. Ну, лично я собираюсь все свои снежинки украсить своим блестящим клеем. Вот таким вот образом. С одной стороны зеленым, с другой стороны красным. Вуаля!